привет, дорогие подписчики, с вами, как всегда, Диман, и сегодня мы продолжаем играть в вами любимую, просто офигенную, замечательную игру GTA 5. Да, ребята, всем здоровки! Короче, ребята, это у нас шоу «Битва брендов», и прямо сейчас у нас, как обычно, стоит по три контейнера пачками, так скажем. Mm-hmm. Угадывай, что за тачки там, а? Слушай, какие бренды, какие марки? Не знаю. Давай это либо Феррари, либо Ламборгини. Вот, давай. Не угадал. Кажется, что а еще будет. Что-то можешь придумать? В смысле? Ну давай, ладно, Порше и... Бугатти, может быть, какие-нибудь. Бугатти угадал как раз таки. Я Бугатти, что как думаешь? Да-да-да. Что там могло быть еще? Нифига себе различия. Если давай не Ламбо, не Феррари, не Порше. Не-не-не, что еще можно выбрать у Бугатти, допустим? А так, ну слушай, у Бугатти, скорее всего, какой-нибудь Верон по-любому, Дио будет стоять. Ну, короче, ладно, понял я тебя. В общем-то, да, ты угадал с Бугатти, и какие коробки ты берешь? Против Бугатти у нас будет сегодня Макларены, братан. Ничего себе, даже так. Да. Братан, смотри-ка, чики-брики в дамке. Так. А давай первый, давай первый. Окей, хорошо, тогда я беру второй. Да, и что у нас тут, ребята? Опачки, да, на! У тебя Бугатти, у меня, короче, Макларены. Ребята, у меня какие-то тут сены всякие такие читерские тоже тачечки. И у тебя, я смотрю, тоже Бугатти Верон читерская. Чирон неплохо так-то поливает. И я, знаешь, что предлагаю? Давай выберем по какой-нибудь крутой тачели и устроим наше первое испытание. Погнали, братишка. Короче, пацаны, наши первое испытание Макларен F1 там какого-то 90-го года против Бугатти Дива, и сейчас будет жара. Давай, один, два, три, погнали. Давай, ребят, погнали, на самом деле, не знаю, как вообще вытаскивать, выпендрючивать отсюда нашего Андрюшкумана, но надо как-то все-таки сыграть Ну, я понял, короче, пацаны, ну, тут нужна тактика. Слышь, подожди, родной, я, конечно, все понимаю. Но от одного понять не могу. Да скажи, я хотел тебе просто подловить, чтобы ты, короче, такой поехал на меня, а потом бах-бах-бах уехал, и ты, короче, улетел. Такое, блин, народ. Чики-брики в дамке, пацаны. Да уж, ну ладно, бал твой, и погнали на следующее испытание. Итак, ребята, следующее испытание — прыжок с горы Чили. Погнал, Димон, давай. Да, я уже прыгаю, я, честно говоря, не знаю вообще, чего ожидать нашего подъема. Чего не ожидать? Сосна. Фух, боже. Ой, я прямо испугался. Я уже реально испугался, я думал, там останусь. Братан, но, в принципе, что? Привет из сосны. Я случайно там нажал влево, но это было в полете, поэтому, ребята, не особо бомбим тогда по этому поводу. Это никак не повлияло на мой исход. Ты что, ты в сосне? Да, я уже давно в сосне. Я давно в сосну. Красота, пацаны, балбой, прикиньте, а? Просто изи чё? Изи чё, да. Из сосны привет, я ж говорю. Из сосны нормально, короче. Но я еще пока скатываюсь, мне интересно, куда прилетит F1. Ну да, ребята, вот моя остановочка. Короче, бросаем нахер это дерьмо и прямо тут их оставляем. Мы идем выбирать другие тачки и устраивать просто новые дичайшие, офигеннейшие испытания. Почему бы и нет, ребята? Погнали. Короче, пацаны, прямо сейчас мы выбираем уже другие тачечки. И знаешь, я бы хотел, наверное, вот этот вот взять P1, который... А я бы тоже его хотел, братуха. Я не все, но хотел сесть, Йома. Да в смысле, ты тоже хотел? У тебя Бугатти, родной, выбирай Бугатти. Да почему мне все, ну, кидают, ребята? Я подхожу к P1 и... А если что, мы, короче, вот так вот сделаем. О, все, короче, я сел, получается, P1. Все, получилось. Да, у тебя там что, что ты будешь брать, а? Подожди, слушай, ну давай Чирон, наверное, возьмем. Мне, короче, бракованный P1 подогнали, прикинь, а? И я в итоге, ничего, короче, себе. Да, его пришлось демонтировать. И взял Чирончик, ребята, и я думаю, что, погнали на наше первое испытание, и сейчас будет новенький оффроуд. Погнали. Го-го-го, ребята. Итак, друзья, короче, не знаю, где испытывают эти тачки, но мы будем их испытывать на оффроуде. Просто, я не знаю, самый дичайший эксперимент, который мог быть над этими машинами. Народа, и я, погнал. Граната погнали. Граната была. Слушай, у меня плохо разгоняется, да? Очень. Короче, ребята, это новый оффроуд, получается, его придумали парни, вот, да, мы уже катались на нем с Ваньком, и он мне реально понравился, поэтому мы решили, а почему бы нет, Да только мы додумались оффроуд, вообще по красоте, слушай, подвеска на нулях, а мы, короче, тут, блин, бампера оставляем, нормально, короче. Тихо, меня выкинуло, родной. Ничего себе, он улетел. Возвращаемся на базу. А меня развернуло. А, я понял, возвращаемся обратно на карту, ребята, и погнали. Она вообще не есть, братуха. Нормально ты перекрутился, кульбитчик. Ладно, ребята, я, в принципе, вырвал опять из лап Андрюхина наше первое место. И я... Вау! Перевернулся. То ли еще будет, братуха. То ли еще будет. Боже. Короче, меня не пирают с Макларен, как я понял. Все, короче, так вот мы продолжаем. Отлично, отлично. Да, да, если, короче, ты улетаешь... Да почему? О, перевернулся. Нет, слава богу. Разворот. Перевернулся. Да, только если ты, короче, разворот. Улетаешь и не можешь перевернуться, ты можешь на F2 вернуться на трассу. Братан! Прости! Минус, прости, пожалуйста! Я не случайно! Блин,
ребята, эпичная трасса на самом деле, и мне она очень нравится. Пишите в комментариях, может ее еще как-то изменить. Да. Может каких-то препятствий добавить. Ёпа! Хотя препятствий вот так достаточно. Прям да, 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 да. Так, так, аккуратно. Все, вообще порядок где-то. Братан, я на крыше. Серьезно? Ну, на F2, да, короче, да, перевернись и едь дальше. Кто родной, короче, вообще порядок. Так, 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 так. Блин, тут скорость реально. Тут скорость просто, просто лишняя, потому что тачки мощные. А что ты мощная раньше не сказал про скорость? Да, ну типа, и так было, да, понятно. Да. Так, ладно, ну, короче, да, слышишь? Вот так вот, аккуратно. Тут уже, кстати, финишная прямая где-то. Тут уже вроде как, да, вроде так, как концовочка какой-то уже у нас намечается. И родные, опа, мои пацаны, это победа ради вас! Красава, мой. Короче, пацаны, отлично, 2-1. Да. Помесили мы грязь на славу. Отправляемся месить грязь дальше. Погнали, погнали. Короче, пацаны, следующее наше и последнее испытание для этих малышек, просто сосочек наших, это съезд горячилет, да, да, к наркоманчикам, косить траву, погнали, игра на балла. Погнал, братишка. На самом деле, знаешь, один балл это приятно, но я бы хотел все 4 забрать у тебя, да, последних, да, да, поэтому... Слушай, а что у нас по баллам? Ёпа, мама, 2-1 получается в твою пользу. Ой, мою братан, пользу. Братан. Привет, братан, как дела, братан? Да чё? Нормально. Ой, 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 нет, нет, нормально, только нет, только нет, пацаны. Нормально, ты бы там остался, я бы был бы рад. Да, да, да. Так, короче, вау, нифига кульбитчик я. Ёпа, братуха, за это надо лайк поставить, пацаны, вот серьезно. Так, короче, лечу, ребята, лечу, вообще тебя запутать хочу, лечу, родной, лечу, я в итоге, да, напрямой. Да, да, хочу. Так, 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 ну я, в принципе, все. Я, походу, а ты рядом, ты тоже рядом, я ты рядом, где-то рядом. Вон ты, слушай, братуха, ты буквально в 100 метрах от меня был, я, короче, приехал первый, и это опять-таки, да, да, бал, да, мой, да, ребята, все, косим траву, пока никого моя нету, пацаны, и берем другие тачки, погнали. Ребята, ну и осталась у нас Сенна, читерская тачка, плюс Бугатти Верон, и, честно говоря, я не знаю, какая из этих самая быстрая, поэтому давайте проверим их на драг-рейсинге и устроим просто невероятную каточку, погнали. Ай, да, погнали. Итак, друзья, приехали мы, получается, на драг-рейсинг, я уже закидываю гранатку и, ага, в принципе, мне давай уже прогревай, кажется, Дима, жопа моя прям гадает и угадывает, что о, у тебя должно быть быстрее. Все, погнал. Хотя, подожди. Братан. Подожди-ка, постой-ка, а ну... куда ты разгоняешься, блин, пропейся колесами. Ёма, ты меня вздрючишь, да? Вздрюкиваешь? Нет, или как? Уходишь. Я ухожу, пацаны, я ты ухожу. Трясу один раз окно. Сеночка моя, Синулик, ты мой просто Синулик. У меня сдуваться тачка начала, а ты меня начал обходить просто. Просто кайф, ребята, получаю, да, просто моральный оргазм. Вообще от того, красавчик, что я забрал этот балл. Погнали, ну, конечно, такое, следующее, пацаны, последнее наше испытание. Ну что, ребятки, это спринт, как всегда, с ментами. Будет подумали, весело, будет интересно. Попал? Нормально. И сразу, короче, устроим просто здесь пожар. Погнали, короче, пацаны. Так, ребят, сейчас будет плотно. Едем мы до обсерватории, вроде как тихо. Так. Слушай, управляется тяжеловато, но едет неплохо. На вертолете уже летят. Я ухожу от тебя, я просто вижу по мини-карте, что у меня прям идеальная тачка. Что там по баллам? 3-1 у меня получается, да? А, да, что-то такое было. То есть это уже явная победа или ты все-таки лишь меня? Ну, походу, слушай. Давай попробуем, давай попробуем, потому что... О, fuck you, bitches. Братан, покерс. Так, они мне колеса проткнули. Колеса? Ну восстанови тачку, восстанови. Да, 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 уже восстановил, восстановил. Давай, 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 при ментах можно восстанавливать, потому что да, иначе да, да, вообще да, не вариант. Ёма. Да не поворачивайся. Я раскинулся, слышишь? Красава. Я... Бра... Да почему ты шлифуешь? Вот валюха, вот, блин, вот так сарай вот какой-то, а не тачка, ё-моё. Ладно, ребят, на самом деле прокладка тоже решает. Между рулем и сиденьем я просто во все врезаюсь, да ну. Да, это чисто. О чем можно вообще говорить, если они... Нормально, нормально, поцеловался, да? Куда? С Батицким. Подожди, нормально, пожалуйста. Так. Ладно, родной, нюхай мою попку, она вроде так сегодня ну, была помыта. Подмыл, имеешь в виду? Пахнет, поэтому, родной, я поехал на первом испытании. Такое, блин. На первом месте. Слушай, ну мне осталось 2.80 ехать, а? А? Слушай, а я с тобой почти... Чуешь, чё, а? Чуешь, чё я тебе кажу? Не чую. Походу, я желаю тебе ДТП на Вайнвуде. ДТП? Спасибо. У нас не будет Вайнвуда. Либо не Вайнвуде. У меня бампер просто отвалился. О, спасибо. Спасибо, родной, просто поцеловал меня. А я зацелился почти. Вообще порядок. У меня бампер, конечно, отлетел. Теперь у меня просто какая-то странная, старая, просто ужасная, невероятная... Такая себе, короче, Сенна. Так, ладно. Такая себе, да? Я улетел. Ой, я заселился, я вернулся. Я максимально... Слушай, мы прям максимально одинаково едем с тобой, да? Ты не заметил этого? Да-да-да, брату. Прям. Вот ты писюндри, а, Василий Карлович, а? Отвинул, какая пробка. Ты чё, я не понял? Нет, меня заносит. Ты чё, я не понял, а? Ты чё напрыгнул? Мне колесо пробили. Вот мудаки, а. Ладно, восстановимся, да, ребята. Это как и мне было. Да-да-да, все, короче, слушай, мы с тобой просто наравне, равнобратьевые. Боже! Такой, да, себе народ. Пацаны, так, у меня горит аккуратно, жопа. Аккуратно.
У меня мат горит на жопа. Не, я нормально. Так, иду, все, вроде. Короче, слушай, я иду тоже неплохо. Слушай, ты, ну ты там, блядь, это рядом. Тихо! Ай, вот так вот. О! Полупаки разбил! А, у тебя там. Мне опять колесо пробили! Вот мудаки, а! Тихо, о, Димон, вверх тихо, посмотри. Тихо, что посмотреть? Куда посмотреть? Что посмотреть? Я, блин, пока в меню, как я пытаюсь, теряюсь. О, ты там? Ты да, там? Ты что, жопой поехал, что ли? Вот я ты... очень плохо лакер, блин, а. Вот за это бан просто. Тебя бан за это, ё-моё. Я улетел, родной. Я улетел. Братуха. Да почему ты разворачиваешься? О, сука. Нифига себе, кинодочка. Копов. Тихо, 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 тихо. Да боже! Да кого чё? Да пошел ты, слышь! Она меня тупо в таких моментах разворачивается, когда не надо этого делать. Да, и что получается у нас 3-2? Да, получается так. Слушай, знаешь, я за это испытание, вообще за эту серию не прыгнули мы с тобой. То есть я бы хотел, да, наверное, да, прыгнуть, да, потому что и ребята, ага, этого постоянно требуют. Погнали, прыгнем, сделаем погнали, такой тебе, ай, такую, да, возможность, пацаны, как бы отыграться. И сразу сделаем 7-е испытание. Погнали. Да. Короче, пацаны, заключительное наше испытание. Я знаю, что у Сены носик немножечко цепляется в конце рампу, поэтому я немножко, да, да, припудрил его, и я думаю, погнали. Ну, красава, красава. Да, кстати, да, надеюсь, что сейчас будет все хорошо. И, честно говоря, Сена не особо хорошо прыгает, но и Бугатти вроде тоже не перчик. Слушай, а что по скорости? Я сказал бы так. 450. А у меня 390 только. 500. Не-не-не-не-не, у меня 410. 540, родной. Все, максималочка. А цепанулся, нет? Не цепанулся, слава богу. Все, короче, полетели и, красава, короче... Интересно, что зарешает, аэродинамика или скорость? А, я на клубешнике. О-о-о. Я даже не долетел до клубешника. Ах, не, нормально, прилетел. А я почти у билбордов. А, даже так? Ты на перчике, короче, принял, да? Ну, почти. Ну, короче, почти, ребята, я думаю, вы понимаете, да, что сегодня Макларен просто зарешал, бренд выиграл, просто разорвал в клочья наши Бугатти, и поэтому я лишь только за это могу поставить лайкосик Макларену. А вы пишите, да, в комментариях, да, какая марочка нравится вам. Вот, мы потом почитаем и узнаем о нашей аудитории чуть-чуть побольше. Вот, ребята, всем, короче, спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ссылки будут в описании. Всем удачи, всем пока! Всем покедова, ребята!